Наследие великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева – это духовное сокровище не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Сборники его стихов, воспевающие общечеловеческие ценности и слова назидания, переведены на многие языки, в том числе и турецкие. В Турции возведен его памятник, есть улицы и школы, названные в честь Абая. В стране чтят и широко пропагандируют наследие великого поэта. Одна из протяженных улиц в Стамбуле, связывающая районы Бакыркоэзи и Тунбурне, носит имя Абая. На ней расположены районная администрация и культурные центры. Последние годы здесь возводятся высотные жилищные комплексы. Здесь же полным ходом идет строительство железной дороги Мармарой, которая соединит азиатскую и европейскую части города. То, что центральная улица целого стамбульского района носит имя великого поэта, не случайность. Основная часть казахской диаспоры в Стамбуле проживает именно здесь. Как говорит председатель научно-исследовательского общества казахов в Турции Серкан Дичтюр, все казахи, живущие за границей, гордятся почтением, с которым относятся к великому представителю нашего народа. При виде памятника Абаю на его улице нас наполняют особые чувства. Есть одна школа, памятник и улица, носящие имя Абая. Мы очень этому рады, потому что в этом районе мы себя чувствуем как в своей стране. В школе Абая наряду с казахами учатся и турецкие дети. Местные жители узнают, кем был Абай, знакомятся с культурой и традициями казахского народа. Стамбульские казахи стремятся отдать своих детей в школу Абай. Ее лично открывал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Школа стала престижным учебным заведением, укрепляющим дружбу между двумя братскими народами. Приезжающие из Казахстана государственные общественные деятели часто проводят встречи с учениками этой школы. В прошлом году здесь побывал Халык Кахарманы, космонавт Айдын Айымбетов, ставший кумиром многих мальчишек. Абай. Абай – великий поэт казахского народа. Моя семья специально направила меня в эту школу. В нашей школе ежегодно проводятся различные культурно-познавательные мероприятия. Лично я каждый год участвую в художественной выставке и абаевских чтениях. В Турции уделяют большое внимание переводу и широкой пропаганде произведений казахских поэтов и писателей. Большую работу в этом направлении проводит посольство и местная казахская диаспора. В начале сентября в городе Салихли состоятся традиционные абаевские чтения и круглый стол. А завершится мероприятие футбольным турниром среди молодежи. В них будут участвовать около 600 человек с Турции, европейских стран и Казахстана. Жанара Дулатова, Ержан Жанас, Седат Денли, Хабар 24, Турция.